привет! Меня зовут Иван. И это мой Пантиак. Мне 28 лет. По призванию я механик. Занимаюсь от работы и еще бы время мотогонками. И самое мое любимое хобби – это ласточка. Машина 1989 года выпуска. Сделана в Америке, для Канады, с 92 года в России. И, соответственно, на момент, когда я ее брал, это был позапрошлый год, она была в очень печальном состоянии. Почему именно она? Да полюбил я ее, потому что приехал, конечно, было состояние дуршлаг, но когда услышал звук двигателя, V-образной восьмерки 5,7 литров, это было феерически. Конечно, поехал домой с мыслью переспать, брать, не брать, поторговаться еще, но в глубине души выбор уже был сделан, однозначно брать, потому что в таких машинах либо любишь, либо нет, и никто к ним равнодушно не остается. И с детства мне нравились маслкары, чопперы, мотоциклы, рок-н-ролл и, само собой, девочки. А с этой машиной все это обеспечено. За полтора года работы был полностью разобран кузов до основания. Восстановлены лонжероны, пороги, крылья, арки. Варено сабфрейм по периметру, то есть кузов усилен от скручивания поперечно. Мотор, в принципе, не перебирался, но были заменены основные сальники, там маслосъемные колпачки и прочее, так по лайфу, потому что он и так живой. Перебрана полностью коробка, задний мост, поставлены новые задние амортизаторы, полностью перебрана салонная электрика, электрика двигателя, все электроприборы работают, то, что нужно, и то, что даже не нужно, все работает. И в планах, конечно, полностью по кругу поставить новые пружины, новые амортизаторы, возможно, даже регулируемые. Вот, может быть, когда-нибудь в будущем сюда я поставлю компрессор. Вот, в принципе, и все. Пацаны, ну что, мы пожелаем Ивану удачи в его нелегком начинании. Восстановить такого коня в гаражных условиях — это довольно непросто. Тем не менее, у парня все получается. Вот. А это был первый выпуск программы «Простые парни». Мы снимаем это видео для вас и о вас. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо каждому, кто это посмотрел. И пока-пока. Мы едем снимать дальше.